Первая песня, которую я исполню, это «Дождик осенний» в первом варианте, который мы слышали в классическом варианте. Как раз-таки музыка Исаака Шварца, но сегодня я попытаюсь воспроизвести вариант, который написал Виталий Харисов. Есть гитара, правильно? Всех участников этого концерта и, наверное, в душе про каждого из зрителя. Музыкант играл... Прошу прощения. Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. И не то чтобы от скуки я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ей беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злые смычу костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уже это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она. Справедливее, милосерднее и праведнее она. Музыкант играл на скрипке.
делаем фестиваль